Всем здорово, ребята! Ну как вам мой рабочий стол? Нравится? В этом видео я вас научу и покажу вам, как сделать точно такой же рабочий стол на вашем смартфоне. Итак, что нам нужно для этого сделать? Первое, с чего нужно начать, это спуститься в описании под видео и скачать все файлы, которые будут у меня на облаке, на Google диске. После того, как вы это все скачаете на свой телефон, вы можете либо напрямую, вы можете сперва скачать на компьютер, потом переместить на телефон. Это все не имеет значения, главное, чтобы вы все скопировали на телефон. И после этого приступайте делать точно так же, как я вам сейчас покажу. Что я сделаю? Я не буду сейчас на этом телефоне все заново вам показывать. Я его уберу и возьму смартфон Xiaomi Mi 9T. Вот он. И на нем покажу вам, как делать все с нуля. Потому что на нем я этого еще не делал. И вместе с вами мы сейчас приступим к установке крутого рабочего стола. Поехали! Все, что нужно, я уже скачал на этот телефон. Поэтому мы сперва идем в мои файлы. На Xiaomi называется проводник. Здесь совсем соглашаемся. Итак, идем и находим наши файлы. У меня папочка называется «Рабочий стол Xiaomi». И значит, здесь нам нужно будет установить новый лаунчер. Настройки. Здесь мы включаем. Нажимаем «Назад». «Установить». Нажимаем «Да». И нажимаем «Открыть». Здесь надо нажать «Использовать значение по умолчанию». Нажимаем. После этого у нас лаунчер сворачивается, поэтому мы его запускаем еще раз. Вот так вот должно все выглядеть. Итак, что мы делаем дальше? Можем, в принципе, нажать сюда и выбрать «Запомнить выбор». И нажимаем «Новый лаунчер». То есть, чтобы новый лаунчер был у нас по стандарту. Все, теперь идем снова в мои файлы. Здесь нам нужно установить программу Custom Widget. Нажимаем «Установить». Нажимаем «Открыть». Пропускаем это все. Разрешаем. Кстати, эта программа реально крутая, в ней уйма настроек, но с ней нужно сидеть и разбираться. Поэтому, если у кого будет огромное желание, вы можете сесть и разобраться с этой программой. Итак, что мы делаем дальше? Идем снова в проводник. И устанавливаем вот эту вот картинку на рабочий стол. Установить как обои. Применить. Установить на рабочий стол. Все, вот так вот должно быть. Теперь что мы делаем? Зажимаем на пустом месте. Затем идем в настройки. Далее идем в резервное копирование. Здесь мы выбираем восстановление и управление. Нажимаем обзор. Сюда нажимаем, идем в проводник. Ребят, если вдруг ваш проводник не видит файлы, которые вы скачали, то зайдите в Play Market и просто обновите ваш проводник до самой новой версии, потому что в старых версиях эти файлы, которые вы скачаете, проводник их почему-то не видит. Итак, после того, как вы зашли сюда, идем, находим наш файл, вот здесь вот, нажимаем и жмем ОК. Здесь нажимаем ОК тоже. Ну вот и все. Теперь нажимаем кнопку «Домой». И у нас появляется вот такой вот столбик. Значит, нажимаем, держим. Или можно просто нажать. Далее идем вот в эту вот папочку. Здесь выбираем, вот начинаем с первого. Так, рабочий стол Xiaomi. Нажимаем на первый. Скопировано, идем. Здесь вот находим этот виджет. Точнее, вот здесь вот. Нажимаем. Так, сюда нажимаем «Сохранить». Все, теперь выходим. И, пожалуйста, месяц, дата, неделя, все у нас отражается здесь. Теперь нажимаем сюда. С
Снова нажимаем на эту папочку и уже выбираем второй файл. Делаем то же самое, нажимаем сюда сохранить. Окей, выходим. Пожалуйста. Еще идем сюда, нажимаем снова сюда. Опять же находим нашу папочку и уже выбираем третий файл. Повторяем еще раз. И сейчас выбираем четвертый файл. Теперь нажимаем сюда. Нажимаем сюда. Application. Мы здесь можем поменять надпись. Можем цвета. То есть тут эта программа вообще крутая. Кстати, про эту программу, которая делает крутые виджеты, я про нее сделал отдельный видеоролик. Поэтому, если вы ждете этого видоса, дайте мне, пожалуйста, об этом знать в комментариях. Я сейчас ничего менять не буду. Просто нажимаю сюда, сохранить и выхожу. Все, друзья мои, готово. Теперь вам осталось просто наслаждаться и пользоваться вот таким вот крутым рабочим столом. Заходим в Application и здесь наши программки. Это новый лаунчер, здесь возможностей много, поэтому все опять же можно еще настроить под свой цвет и вкус. Смотрится, согласитесь, очень круто, мне лично очень нравится, надеюсь, вам тоже понравится. Короче, свое мнение пишем в комментариях, свои пожелания, лайки, дизлайки, все это делаем под видео. Ну а на этом я заканчиваю свое видео, всем пока и до скорых встреч.